Жуки сапраксилофаги, которые питаются различными органическими субстратами, легко доступными. Это подгнившие фрукты, ягоды, ну вот они. Это четыре самых крупных вида жуков на Земле. Жук-слон, жук-атлас, жук-геркулес и жук-голиаф. Также различные жуки-олени. Вот это есть филиппинские, это вьетнамские. Наши, как бы, жуки-носороги, они немного мельче, естественно. Вот, как и бронзовки. Вот это бронзовка, скажем так, африканская, да, жук-голиаф. А это наша большая зеленая бронзовка, которая, ну, обитает в широколиственных лесах, где можно встретить. Но она гораздо меньше, потому что у нас холодно. Не выросли из-за холода, да? Чем холоднее, тем мельче. Понятно.